Тантра Т7Б5 выпускалась с 1988 по 1993 год на заводе ЧКД Прага. Эксплуатировалась в Москве с 1990 по 2010 год. Последний трамвай Татра Т7Б5 эксплуатировался в Краснопресненском трамвайном депо. Эта штука типа на салон почти не отличается от салона Т6Б5. Кабина управления такая же, как и в Т6Б5. Вот такая вот кабина.